Здравствуйте, уважаемые моделисты! В этом видео речь пойдет об индикаторе напряжения для 2-8 баночных батарей. Я вкратце расскажу о назначении, коммутации и функционале данного устройства. Данное устройство можно использовать как обычный чекер, так и как индикатор напряжения бортовой батареи. Как его подключить? С задней стороны устройства схематически изображен порядок подключения. Минус, плюс. Необходимо взять балансировочный разъем батареи и совместить минус балансировочного разъема с минусом на индикаторе. Как правило, минусом на балансировочном разъеме является черный провод. Совмещаем. Индикатор отображает состояние батареи по банкам. Вот вы сейчас видите номер 2, 4.18, банка 3, 4.16, банка 4, и сейчас покажет общее напряжение. Общее 16.7. Я бы рекомендовал использовать этот индикатор в качестве индикатора напряжения бортовой батареи. Дело в том, что если у нас аппаратура не имеет телеметрии, не имеет и не поддерживает телеметрию, мы же не можем знать уровень разряда батареи. Как правило, время полета ограничиваем таймером. Но по таймеру ограничивать время полета не совсем корректно. Когда-то мы летаем более интенсивно, когда-то менее, там, в зависимости от погоды, настроения. При помощи этого устройства можно вылетывать батареи до вполне какого-то определенного состояния. Для этого всего-навсего нужно установить уровень срабатывания звуковой сигнализации. Делается это следующим образом. Здесь имеется кнопка с торца. Нажимая ее последовательно, мы выбираем диапазон срабатывания звукового сигнала. Можно его выключить, как я сделал сейчас. Или, допустим, взять и назначить срабатывание при 3,7, ну давайте 3,8 вольта на банку. Сейчас покажу, как она работает. У меня есть разряженная батарея. Сейчас я подключу, и мы все увидим. Совмещаем минус балансировочного разъема с минусом на индикаторе. Сейчас мы слышим сигнал. Достаточно громкий, мигает светодиодик. Сработала сигнализация о том, что одна из наших банок разрядилась ниже установленного значения. Вот 7,73 общее напряжение, 3,76 на банке, другой 3,77. По индикатору у меня все. Приятных полетов!